Приветствую всех, друзья. Хочу представить вам очередную баньку от компании «Менские бани и сауны». В принципе, ничего прям такого необычного в ней нет. Но сниму обзор, потому что очень часто стали по таким дверям заказывать. Очень стала популярна данная модель. Это пластик. Цвет золотой дуб. Очень удобная в эксплуатации дверь. Зарекомендовала себя, так что можете тоже обращаться. И топка здесь выполнена тоже со стороны двери. Заказчик так попросил. Пройдемте внутрь. Данная дверь пластиковая с утеплителем. Это не крашеная белый пластик, который облазит, а цельный цветной пластик, обклеенный ламинированной пленкой. То есть ламинируется это на заводе, не где-то в гаражных условиях. Поэтому она очень теплая. В ней вот зажимы, фиксаторы точнее. То есть 4 штуки таких на длину профиля. Дверь закрывается очень плотно и фиксируется замком уже в эти фиксаторы. То есть очень плотно полотно прилегает к коробке. И поэтому не продувает, не задувает, не конденсируется влага. Окошко открывается наверх с цепочкой. Все, в принципе, достаточно стандартно, как у нас делается. Столик небольшой, где-то длина его порядка метра. Предбанник 1,75 м. Диаметр этой бани 2 метра. Так. Дверь стеклянная на 3 петлях. Магнитный замок. Очень мощный, очень надежный. Входим сердце бани. Баня сама лиственница сосна, обшита парная кедром. В нашей линейке она называется люкс. Обшита кедром парная. То есть, по сути, сама парная из кедра. Выдвижной полок. Это для удобства парения. Очень удобно. И простая конструкция. Печка компании Grilled Aurora Trio. Все отделано огнезащитой огнеупоров. Такая вот у нас система крепления огнеупорова. Очень симпатично, красиво, главное, надежно. Обращайтесь в компанию «Менские бани и сауны».